Кое-кто до сих пор считает интернет наркотиком, в лучшем случае способом убить время. Но вот мне точно известно, что ты-то пользуешься им для работы. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, мне кажется, что все, кто считают интернет наркотиком или развлечением, или пустой тратой времени, они по-своему правы. Потому что, когда я познакомился с интернетом, эдак лет, наверное, 5-6 назад, во-первых, это была огромная трата денег, потому что тогда он стоил просто каких-то небесных сумм. Но я сразу же понял, что штука, в принципе, очень полезная, потому что можно использовать ее в качестве, ну, чуть ли не виртуального офиса или виртуальной квартиры, когда все твои друзья находятся просто на расстоянии протянутой руки, и ты все время имеешь с ними контакт, в любой момент можешь задать им какой-то вопрос, получить ответ, договориться о встрече. Это что касается друзей из реальной жизни, которые тоже имеют доступ в интернет. Ну а кроме этого, это для меня оказалось местом, где я смог найти, помимо каких-то знакомств приятных, то есть людей, с которыми можно было поболтать о чем-то, навел массу очень полезных контактов по своей профессии. То есть нашел какие-то места сбыта своего труда. А ты ищешь места сбыта сам или люди ищут людей и находят тебя? Ну опять-таки, все достаточно спонтанно получается. Вот я сейчас еду в Таллин работать для тамошнего еженедельника AST Express. С ними я познакомился вообще диким образом. Мне пришел какой-то огромный кросс-постинг, то есть письмо по большому списку адресов от московского бюро EPA, European Press Photo Agency, где они просто сообщали о том, что они изменяют свой почтовый адрес. Я, конечно же, не будь дурак, полез в заголовок письма и навыцеплял оттуда очень интересных адресов, в том числе адреса нескольких эстонских газет. А так как Эстония почему-то меня давно привлекает в качестве места, где можно очень хорошо проводить время, то я моментально по всем эстонским адресам разослал свое микропортфолио, микрорезюме и сказал: ребята, может быть, поработаем? И вот пришел ответ, и ответ оказался положительным. Вот я еду на 3 недели. Еще существует одна из легенд о том, что в интернете очень легко, приятно и весело знакомиться с девушками. Ну, зависит от девушек. Опять-таки, почему-то так получилось, что, вступив в половозрелый возраст, я моментально получил вот доступ к интернету у себя на работе. И, конечно же, начал со всеми болтать, со всеми знакомиться. И буквально в течение первого месяца познакомился с барышней из Берлина, с немкой, которая изучала русский язык. И получилось так, что мы друг в друга влюбились почему-то. И вот с ней я провел 3 года, периодически гоняя в Берлин. Вот она в общей сложности в Киеве провела, наверное, месяцев 8 за 3 года точно. Я где-то такое же время в Германии. И потом эта традиция продолжилась. Я не могу сказать, что я какой-то неконтактный человек, что я не могу познакомиться с девушкой там на улице или где-то на концерте или в каком-то публичном месте, но тут получается как-то проще. То есть ты можешь оценить собеседника сразу, то, что у него творится в голове. Можно даже фотографию попросить посмотреть. Влюблялись вы по ICQ или уже после встречи? Ну, я бы сказал, что после встречи, месяца через, наверное, 2 после того, как мы встретились. Ну, я тогда был парнем таким достаточно все-таки зажатым, маленьким, и меня очень удивило ее предложение, вот буквально в первую же неделю нашего общения, что не приедешь ли ты, Юра, ко мне, и не отправимся ли мы на Европейскую конвенцию жонглеров в Гренобль, при том, что я жонглировать вообще не умел. Но ей удалось меня быстро убедить в том, что это очень легко, приятно, и мы покатили, друг к другу присмотрелись, притерлись. В общем, это оказалось достаточно плодотворной встречей. Потому что, несмотря на то, что мы разошлись, у нас очень дружеские и теплые контакты сохранились. То есть каждый раз, когда я проезжаю мимо, я заезжаю к ней в гости. А есть ли у тебя друзья, не девушки, которым ты просто ездишь в гости, с которым ты познакомился по интернету, и теперь поддерживаешь такие отношения? Вот есть очень странный тип из Санкт-Петербурга, его зовут Олег Дейкин. Мы с ним познакомились в ИРСИ, ну вот интернет-релей-чет есть такой, лет, наверное, тоже 6 назад. И с тех пор раз в год я езжу в Петербург осенью, а он раз в год ездит в Киев весной. И вот этим как бы наше общение в реальной жизни ограничивается. Мы даже через интернет особо почему-то не общаемся, но когда он приезжает или когда приезжаю я, мы достаточно хорошо проводим время. Вот у нас есть такой стержень: весна, осень. Весенне-осеннее обострение. То есть ты не ограничиваешься все-таки виртуальным общением, а интернет служит для лучшего контакта с людьми из офлайна. Вообще, вот я бы сказал, что мой основной круг общения интернет – это все-таки Киев. То есть я не стараюсь, просто так выходит, что для меня интернет – это действительно какое-то продолжение моего офиса или продолжение моей квартиры. Просто очень удобное средство моментально дернуть кого-то за ухо и спросить: «Вася, а где мои перчатки, которые я у тебя забыл позавчера?»